В данный момент мы находимся в поселке Горный Щит, где производится работа по перекладке теплотрассы диаметром 219 мм. Длина трубопровода, который перекладываем, 1248 метров. Год, скажем, рождения данной теплотрассы 1982. Ни разу она не подвергалась капитальному ремонту. Было очень много повреждений на данной трассе. К этой теплотрассе подсоединена практически половина тепловой нагрузки поселка Горный Щит. Была угроза размораживания данной системы. Работы ведут параллельно. Мы не останавливаем теплоснабжение. Вот видите, что выполнена временная теплотрасса для того, чтобы можно было без перерыва теплоснабжать потребителей теплом. Современная трубопровода, которую сейчас ложим из пенополиуретанной изоляции, системой контроля состояния трубопровода, СДК, значит, это оперативно-диспетчерский контроль. Система ОДК включает в себя сигнальные проводники, которые после сварки труб соединяются между собой, выводятся в терминалы, при подключении к которым прибор определяет порыв трубопровода до метра. Трубы в ППУ изоляции пенополиуретановой покрыты полиэтиленовой оболочкой. Полиэтиленовая оболочка ограничивает действие окружающего, внешнего воздействия на трубы, сохраняет тепло на 30% больше, чем традиционная изоляция. Трубопровод смонтирован процентов на 50, земляные работы процентов на 75 уже закончены. К концу февраля планируем трубопровод смонтировать и запустить. А благоустройство уже по возможности, как даст погода, к концу мая месяца.